Большое спасибо, Дарья. Я расскажу о том, что такое тест-кэмп. Быстро, чтобы все поняли. В общем, тест-кэмп – это достаточно распространенный формат. Есть, соответственно, в Петербурге есть хакдей. В странах по миру вообще распространен формат Social Innovation Camp. Это, в общем, и вообще сейчас в России очень много подобных мероприятий, посвященных разработке. Как правило, они двухдневные, как правило, они посвящены стартапам. Но здесь чем отличается Test Camp? Да? То есть мы ориентированы изначально на несколько другую сферу. Да? Мы ориентируемся на те стартапы, которые скорее не являются сами по себе каким-то предметом заработка, а являются скорее социальным инструментом, да, социальным инструментом для решения каких-то проблем. То есть у них в данном случае коммерческая мотивация вторична и нужна для их создателей, и нужна скорее просто для того, чтобы проект держался на плаву и развивался, нежели чтобы он приносил какой-то непосредственный доход. Вот. Поэтому это, скажем так, немножко идеалистический подход, но, по крайней мере, вот я как человек, там, участвовавший в ряде подобных проектов, и я считаю, что это достаточно веселая вещь, и это помимо того, что веселая вещь, это еще позволяет реализовывать какие-то действительно, решать реальные вполне проблемы, вот, и в конце, и в том числе это помогает и на каком-то профессиональном уровне какой-то карьере, потому что всегда можно сказать, что вот мы там что-то подобное сделали, и это вот тоже добро всегда оборачивается в добро, если говорить на каком-то физическом уровне.